Помощь в реконструкции стадиона оказали томские газовики. Компания «Газпром-Трансгаз Томск» регулярно финансово участвует в реализации различных социальных проектов в разных районах нашей области. На стадионе в Крыгаске все готово к проведению спортивного праздника. Газон постелен, на дорожке через несколько минут выйдут команды, приехавшие из всех районов области. Участники торжественной программы заканчивают последние репетиции. Сценические костюмы для них помогла приобрести компания «Газпром-Трансгаз Томск». У нас продолжительная дружба, мы этой дружбой гордимся, мы эту дружбу ценим. Потому что неоднократно эта компания помогали нам и с сценическим оборудованием. И я надеюсь, очень надеюсь, что это сотрудничество продолжится и в дальнейшем. Газовики помогают не только в празднике, но и в будни. При их непосредственном участии в Крыгаске подвальные помещения школы номер один переоборудуют в полноценные спортивные залы. У нас 40 человек, три группы. Мальчики, девочки ходят у нас разных возрастов. Посмотрели, что подвалы подходят нам, во-первых, высота подвалов, ширина удобная для зала, для вот таких залов, как игровые, не игровые, а вот индивидуальные виды спорта. Не оставляют без внимания газовики и другие стороны жизни Крыгасокского района. В этом году компания помогла реконструировать мемориал крыгасокцам, погибшим в недавних локальных вооруженных конфликтах. Когда Анатолий Иванович Титов приезжал с рабочей поездкой к нам в Крыгасок, мы обратились к нему с просьбой о финансовой помощи. Мы спросили, на какую сумму мы можем рассчитывать. Он ответил: делайте, а там уже обсудим. Компания вплотную занимается вопросами благоустройства и развития культуры на территории района. Ежегодно устанавливает детские площадки в населенных пунктах, в том числе удаленных. «Трансгаз» участвует во всех наших проектах практически. Кроме того, казалось бы, отдаленные населенные пункты, такие как Неготка, там была, ну, скажем так, серьезная проблема для местного населения. 3 километра до аэропорта. Была построена вертолетная площадка в населенном пункте, поэтому вот тоже один из моментов. Районные власти отмечают, газовики тратят внушительные суммы на поддержку проектов развития инфраструктуры и благоустройства. При этом все признают, деньги играют далеко не главную роль. Важнее всего партнерские отношения и понимание проблем и возможностей друг друга. Алексей Смирнов, Андрей Никифоров, «Вести Томск».